Накануне сатанинского праздника Хэллоуина до нас дошли шокирующие кадры из государства, которое принято называть страной таухида. Власти Саудовской Аравии организовали самое масштабное празднование Хэллоуина в истории страны. В столице Саудии был организован трехдневный фестиваль, который возглавлял орган, управляющий развлечениями королевства. Идеи секуляризма и либерализма, идеалы западной культуры дошли до города Эр-Рияд, который находится в 720 километрах от благословенной Медины и Мекки. Субханаллах. Мы просим Аллаха защитить мусульманские земли от всякой нечисти. Просим Всевышнего и Всемогущего Аллаха защитить умы мусульман от влияния западной пропаганды.